Чубушник цветет. Друзья, всем привет. 14 или 15 или 16 июня сегодня. Кто точно знает, загружать видео сегодня же и буду. Кто точно знает, какое число, напишите. Доехала, добралась наконец-то до дачи. Дача зарастает у меня уже. И мы работаем там безвылазно сейчас на усадьбе. Что там наросло, я просто, даже мне страшно подумать. Миша уже там приехал, косит, я задержалась у нас. Вы знаете, да, малыши теперь? Ку-ку. Что там? Кошечка там. Ты кошечку боишься? Суслик маленький. Спит она? А у меня-то еще дела. Манюся, пошли в кроватку. Мне-то еще работать надо. Ку-ку. Что там? Кошечка там. Ты кошечку боишься? Суслик маленький. У нас малыши, ребята. Трава по пояс, конечно. А наш чубушник тоже. Сейчас будем цветочки собирать на сушку. Вон два кустика здесь. Здесь выкосил. Ну что, пробираемся. Заросли, друзья, конечно. Надежды есть? Во многом Миша выкашивает большие площади, я между розовыми, вот этими своими грядками вырываю траву, где вот смотрите, где опилками засыпала, вообще почти ничего не наросло, вообще классно. То есть опилки прям, я их люблю, надо сюда понавозить с усадьбы и поотсыпать все. Короче, вот траву, где на дорожках, повырвала. Ну, здесь не трава, здесь ромашки, я их не стала тогда убирать, оставила, чтобы подцвели ромашки, я их обожаю. Не меньше, чем розы, кстати.
Вот, но слишком много оставила, они закрыли все розы. Вот, смотрите, у меня прям получается вот розовая грядка, вот розовая грядка. Три, раз, два, три. А здесь четвертая. А там сзади, которые на реанимацию сажала, все они выходят, все у них хорошо. Ну, тут чайно-гибридные да всякие. Но эту мелочь я потом приеду, выпалю. Здесь у меня на вот этой узкой морковка, по-моему, да, морковка нанская. Это тоже мелочевку всю пропалю на этой неделе, потому что там к понедельнику дожди обещают. Вот до дождей надо все выпалоть, положить, чтобы эта трава вся засохла, чтобы заново не приросла. Такие дела. Так, про помидоры. Не, ну понятно, без полива стоят, друзья, понятно. А, ну они, смотрите, какие чудесненькие, цветут какие-то даже с завязями. Нужно эти опоры ставить, а я не помню, какие я сюда втыкала. По-моему, эти короткие, которые, балконное чудо, кажется, это он здесь. А он больше и не вырастет, наверное. Балконное чудо, он вот такой высоты и растет. Вечерний заезд на дачу успела я на воду. Утром мы тут все скосили, повырвали траву. Сейчас 2 дня жарища, будет под 40 стоять. Я уверена, что вот это вот все, что скошено, оно все подсохнет. Вот, все пролила. Ну, полоть уже, конечно, не успеваю, но пролила все. Сейчас вот видно, розы мои хорошо видно, друзья. Все они тьфу-тьфу-тьфу. Вот, ну и, короче говоря, где опилками? С бачком так еще вопросы не решен. Набираю, пока еще бежит вода, ее на 2 часа включаю, то какие у меня тут чеплашки есть, вот пока так набираю. Но потом буду какие-то искать баки или что-то. Хотела с усадьбы привезти, но не входит мне в машину. Поэтому пока так, буду подгадывать, чтобы приехать полить. Конечно, надо бы мне здесь, чтобы какие-то биодобавки подобавлять там на морковку, на то, на сё. Посеянная там и морковка. Сейчас покажу вам одним глазком. Розочки мои. Это которые зимовали без укрытия, под снегом, просто так брошенные. Вот все отходят. В общем, друзья, я нашла свою культуру для этой дачи. Это розы. Розами сыт не будешь, конечно, но выращивать еду не особо как бы мое, да. Вот. Клубничка в таком вот состоянии. Клубничка, земляничка, кто как ее называет. То, что садила, все нормально. Так, здесь репка, мне сказали, что рано посадила, вот она, что в дудку уйдет. Ну, наверное, буду репа, буду подсевать еще, наверное, если время будет. И где-то потерянные мои тыквы, все тыквы много раскидывала и здесь, и там на усадьбе, ничего не могу найти, ни одной тыквы. Короче, тыквы по новой надо будет садить. На вот этой вот маленькой грядочке у меня горох кто-то жрет, ну, улитки, наверное. Эту всю траву вот надо будет выберу. Ну, может, с утра буду приезжать там с 6 до 8, до 10 на дачу. Прополоть вот это все, пока дождей нету, чтобы не поднялась эта трава. Вот, а потом же с 10 мы на усадьбе до вечера. Поэтому вот так как-то. Вот. И досадить мне тыквы надо. Огурцы там я уже посадила. Здесь, значит, смесь редьки,
репки, редька, дайкон, ну, в общем, густо, ну, вот так. Там свекла маленькая, тоже ее прополоть, но тут несложно будет это сделать, в принципе. Свекла и редиска. Сегодня я там две редисины вырвала, съела. Вон она, видно, ее редиска такая неплохая. В общем, поздно все посадила, но что будет, то будет. Чубушник уже сегодня показывала. Помидоры показывала или нет. В общем, вот эта площадь еще ничем не засажена. И вот здесь то, что перекапывали, ничем не засажено. Вот будет время, лопатой перекопаю, просто вот это вот убрать, то, что начинает здесь. И, ну вот, наверное, сюда уже тыквы засажу, чтобы площади не пропадали, а тыква затянет, это как раз все нормально будет. Вот, помидоры поджарились, конечно, перчики тоже, но перчики и цветут, и набирают, ну, плоды. Плоды, помидоры, вот они. Опоры, ну, поставлю палочки, я, все будет, все будет. Так, и здесь вот такая узенькая грядочка. Это розы на реанимации, которые были такие плохонькие, я повтыкала, ну, вот они все... Все-все дружненько отходят. А тут морковка. Ну, поливала она, понятно, полегла. Тоже все прополоть надо прийти с утра пораньше, наверное. Нанская морковь здесь вся, вот длинная грядка. Спирея, чубушник, форзиция, чубушник, спирея. Вот так. А здесь 4 ряда у меня все розы. Роз много не бывает, честно. Такие вот... Косточка прям пошла такая красивая. Нарциссы отцвели, не убираю колесо, пока пусть будет так, чтобы не затоптать. Гортензия набирает бутончики. Ой, где-то я видела прям, ну, такие бутончики набирались. Вон они, видно, их должна зацвести немножко. Это анабель. Здесь клематис потихоньку, один пропал, еще один клематис. И хакура нишики, красавица. Вообще, вот макушку обрезала, чтобы она закустилась. Здесь с краю донжуан. Донжуан тоже на бутончики пошел. Все это этого года посадка, если вы помните. Папоротники я обожаю, все их не спиливаю. Тут все скосили, за оградой тоже все скосили. Вишня. Друзья, яблоки, груши, все на плоды пошло. Фрукты будут. Слива тоже, малина тоже есть. Малина оставила немного, потому что она уже одичала. Нужно какую-то сортовую будет покупать. Яблочки вот, яблочек. Это вот красное, вкусное-привкусное яблоко. Нормально так, которые деревья вот выпиливали в этом году. Вот эта груша там, ну, и не так много плодов, но они есть. Вон они, вон они, вон они, вон они. Вот, здесь... Тоже Миша все скосил, я сюда даже и не заглядывала. О, а я ее потеряла, вот эту штуку. Вот эту штуку я потеряла, надо будет откопнуть или семян накидать. Я не знаю, она семенами размножается или нет, кто знает, напишите. Вот красные ягодки потом будут на ней. Туда, на усадьбу хочу. Мне нравится вот эта елочка, как она там называется. Так, здесь груша, это белый налив, который мы тоже выпиливали в этом году. Очень прям сильно, но... Яблоко, она, наверное, даже обрадовалась, я думаю. Так, а это мельба. Мельба, которую я осенью садила. Такая, ну, нормально сидит. Здесь калина, ягоды, там смородина, крыжовник, кустики тоже у меня потихоньку набираются. О, там лейка уже перелилась. Все, друзья, дачный поход. Это этого года розочки, вот посадки. Дачная история на сегодняшний день. Пока все. Потом буду еще показывать. У нас много и здесь, и там, и там много про что есть показать. Вот, поэтому то одно, то другое показываю. Так, бежишь еще? Бежишь. Давай сюда еще набегай. Ну, хотя бы так, хотя бы по чуть-чуть. Вот руки хотя бы, чтобы помыть было хоть маленько. То, видать, уже остатки стекают. Наверное, отключили уже воду. Вечером дают с 6 до 8, что ли. Ну все, всем пока-пока.